Фестиваль темных ночей ПЭФ уже давно оброс меньшими братьями. Это фестивали анимационных фильмов, фестиваль детских и молодежных фильмов «Юстфильм» и фестиваль короткометражных фильмов «Сливок» и «Слунатики». В рамках фестиваля проходят различные конференции, мастер-классы, работает кинорынок. Традиционно в фокусе фестиваля оказывается кино одной страны. В этом году выбрана Грузия. Это очень почетно, что именно моя страна выбрана для ретроспективы на вашем фестивале. Ведь история грузинского кино очень богата. Она начинается еще с эры немого кино. Мы пережили период спада, но теперь появились новые люди с новым подходом и новым стилем. Кино – очень эмоциональный вид искусства, понятный на любом языке. Надеюсь, что вы не ограничитесь одним грузинским фильмом, а посмотрите картину из каждого исторического периода. Категория А, о которой столь много говорили на пресс-конференции, не вечный знак качества. Его придется подтверждать каждый год. Теперь в нем появились сразу две конкурсные программы. Причем не требуется, как ранее, ограничивать их географически. Хотя организаторы пристально следят за продукцией Эстонии, Латвии, Литвы и северных стран. Наш фестиваль можно было бы назвать зданием, которое мы строили очень давно, но теперь его надо строить заново, хотя и старого, и очень хорошего материала. Конечно, мы конкурируем с другими фестивалями, у каждого свое лицо, свой выбор произведений. Все мы дополняем друг друга. Помимо основной программы, есть и вторая конкурсная программа, посвященная дебютам. Фестиваль считает своей миссией открывать новые имена и, используя свои возможности, помогать молодым художникам делать первые шаги к славе. К удивлению организаторов, на конкурс было представлено немыслимое прежде количество работ – 2500 заявок. Это изменило принципы отбора и пришлось привлечь большую международную команду. В ней работают специалисты из Испании, России и Таиланда. В программу отбирается нередко кино с изощренным художественным языком. Но организаторы убеждены, что у него может быть и обязательно будет массовый зритель. Владимир Михалков, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.